Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дмитрозе, и в сегодняшнем ролике мы будем продолжать играть в игру под названием Grandpa and Granny. Это у нас версия 1.0.4. Мы сегодня будем смотреть, что же вышло за обновление. Вот, и сказали, что на жестком режиме бабули и дедушки добавили плохую концовочку. Мы сегодня как раз будем смотреть на них. Там даже, может быть, две концовки. Сейчас я буду смотреть. Будет глава первая. Ну и погнали. Так, нас кто-то тащит. Вот. Это уже привычно. Так, тащит нас, тащит. Мы просыпаемся. И все, что нам всего лишь надо сделать, это попасться им на глаза. 5 раз или сколько там надо, я не знаю. Так, ага, я вижу, что уже поменяли вот, по-моему, кнопочку приседания. Она стала меньше размером. И также поменяли вот тут вот. В этом, в правом верхнем углу, видите, там черепок теперь с цифрами. Так, сейчас мы попадемся. Давайте бабуле попадемся. Она хоть слышит? Так, бабуля, ты где? Ага, идет. Так, и... Ага. Нас куда-то тащат. Ага. Ё-моё. Ничего себе. Нас куда... О! Ничего себе. Нас куда-то скинули. Ё-моё. В меню давайте-ка. Ну и давайте теперь дедушке попадемся на глаза. Так, мы начинаем. Все как обычно. Открываем дверь. Выходим. Так. И... О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, только не бабуля, пожалуйста. Я не хочу, чтобы бабуля была. Ай, не получилось. Еще раз. Мы опять заспавнились. Так, надо подождать пока что. Эх, бабка уже идет. Ну что это за бред? Так. Так, смотрим. Ждем. Так, думаю, теперь можно вылазить. Так, бабуля у нас в гараже, а дедуля у нас вон тут. Опача. Так, и смотрим концовочку с дедулей. Ага. Тащит. Кстати, они разные. Он нас, походу, тащит на тот задний двор, который закрыт. Ё-моё! Рили, ребята.
У него есть задний двор с собаками. Ничего себе. Ну, короче, мы дальше идем где смотреть вторую главу. Я включил тоже невозможный режим на второй главе, чтобы было удобнее играть. И посмотреть концовочку. Так, ну там, наверное, просто собака нас будет бить постоянно, но я не знаю. Так, давайте сейчас посмотрим, кто нас первый будет атаковать. Идут, вижу. Дед, пожалуйста, давай ты. Ах, собака. Давайте посмотрим на концовочку. А, тут нету концовок. Угу. Тут концовок, ребят, нету. Тогда сегодня мы будем также смотреть не только концовки, но и посмотрим, что вообще новенького добавили. А добавили разработчики энергетики во второй главе, чтобы можно было быстрее бегать. И также поменяли цвета ключей от домиков. Сейчас мы это и проверим. Так. Ага, вот и ключик. Видите, теперь он красный. И идемте спокойненько. Так, по-моему, этой горы не было. Или была? Вот это я уже не помню. Так. Идемте-ка аккуратненько. Смотрим. Их пока что еще нету, но все равно аккуратно надо, потому что сложный режим. Так. И идемте открывать эти двери. Так, разработчики, наверное, поменяли цветы ключей, потому что не очень заметные были. Так, и вот энергетики. Раз, два, в шкафчиках нету. Нету. Есть один. И еще один. Видите, это энергетики, которые мы можем использовать при том, когда на нас охотятся, например, собака или дед и баба. Выпиваем энергетик. Ай, энергетик работает, но он... Видите, что он делает? Опа-на! Да, ребята, мы сделали это, смотрите. Вы мне писали в комментариях, что если вас один раз кто-то убьет, то вы будете спавниться вон тут. Как раз-таки на чердаке, который там можно будет залезать. Опа-на. Так, теперь тут надо особое умение ходить по доскам. Оп, и слезаем. Видите, на чердак все-таки возможно попасть. Опа, ё-моё, но нас тут уже поджидали. Ага, и тут такая же концовочка. Концовочки остались те же во двух главах. Вот, ну, думаю, вам понравилось это видео, я показал вам обновление первым, думаю, потому что... Я заметил это обновление еще вчера, но решил снять всего лишь что сегодня. Так, нас кидает бабуля куда-то в дыру. Ну что ж, на этом я заканчиваю видео. Если вам понравилось, то поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. С вами был я, Дмитроза. Всем пока! Пока!